Аир произрастает по берегам чистых рек и озер. Листья аира. Они менее горькие и более пряный запах имеют, менее терпкий. Ну вот, наш аир готов к тому, чтобы его очистить. Для этого обычная овощечистка. Мною используется, и берем, очищаем. Таким образом, у нас получилось две заготовки для дальнейшего измельчения и настаивания. Итак, вот у нас получился такой натюрморт. Мы сейчас будем измельчать и бросать в чистую воду.
аир быстро высыхает. И было бы здорово, чтобы он находился в водной среде. Он не тонет. Я режу и измельчаю таким образом, чтобы у меня получился мелкодисперсный порошок. Мне так нравится. Тем, кому нравится порошок из аира более крупной консистенции, более крупных гранул, очень здорово это делать на электромясорубке. Очищая так корень и опуская его в электромясорубку, мы получаем более крупные исходящие кусочки, которые при высыхании, выветривании потом превращаются как крупные гранулы сахара. А кто ест мясо и котлетки, после того, как мы сделаем на мясорубке аир, прокрутим, будут очень-очень вкусные котлетки с небольшим запахом аира. Дорезаем последний кусочек. У нас получилась такая масса, полный кувшин. И перейдем к другой процедуре. Вот мы добрались до следующего набора, который позволит нам измельчить наш нарезанный аир до состояния будущего порошка. Начинаем. Вот за эти несколько минут у нас получился будущий порошок. Так. Мы откладываем пока. Это нам не пригодится больше. И теперь процеживание. Вот этот первый сок с водой. Это самая ценная вещь для ваших волос. Мы это отжимаем. Получается такое молоко из аира. Вот. Жмых, оставшийся от этого отжима, это и будет наш будущий порошок. Мы его отправляем в свободную посуду для того, чтобы потом перераспределить по высушивающей поверхности. Вот это вчерашний аир, он еще влажный и приклеивается к рукам. Это позавчерашний аир, он уже как сухой порошок выглядит, но все равно его надо досушивать, потому что иногда тоже приклеиваются к рукам. Как только они совершенно спокойно будут отлипать от рук, это уже отличная консистенция. На солнце этот корешок сушить можно, он напитывает, как говорят, солнечную энергию, после чего расфасовывается в бумажные пакеты. А сами продолжаем добывать молочко. Этим молочком после мытья головы вы будете полоскать свои волосы. Можно втирать в скальп, можно не втирать. Будет очень приятный пряный запах аира от ваших волос. Про магические свойства аира можете прочитать в литературе, в интернете. Он усиливает защиту,
защита от насекомых, от всяких злых людей, от сглазов и так далее. Вот таким образом мы получаем бесценную жидкость для роста ваших волос. Употребляя примерно 10 дней каждый день такую жидкость, вы увидите, что ваши волосы выросли на целый сантиметр за 10 дней. Желаю вам здоровья и здоровых волос. Всего доброго!